Дорогие друзья, шалом алейхем. Нам не надо никаких советов, как радоваться жизни, как быть веселыми, как быть в хорошем настроении. Потому что человек по натуре, наша душа, она рада. Мы радуемся. Наша сущность – это радости и веселья. Потому что наше сердце, оно открытое, и все нас радует. И большие вопросы в нашей жизни, и маленькие какие-то волнения, которые нас радуют. Пока наше сердце открыто, и мы смотрим на себя, и как наша жизнь выглядит, мы видим совершенство, мы видим целостность. Потому что наша жизнь для нас, она идеальная и так, как она должна быть. Когда начинаются проблемы? Когда человек начинает сам себе это все испортить. Он начинает смотреть вокруг и боится чего-то. Он завидует кого-то. В этот момент его сердце закрывается. В книге Тания объясняется, что когда сердце закрывается, он становится грустным, потому что уже он не может радоваться ничего. Потому что вот этот страх, зависть, волнение, паника, которая у него есть, закрывает его сердце. И когда оно закрыто, сердце его мертвое. Оно не живое. И он не может радоваться ничего. Что получается? Что так как человек на себе смотрит, и так как он себе оценивает его жизни, на этом все зависит. Как люди смотрят на человека? Когда они смотрят на человека и видят, что человек доволен своей жизнью, радуется жизни, тогда они смотрят на его жизни, что они очень, очень хорошая жизнь. Когда он видит, что другие видят его жизни, что они положительные и позитивные, это помогает ему еще больше радоваться. Когда люди на него смотрят и видят, что он грустный, потому что его сердце закрылось, и он, его ничего не радует. Они тоже смотрят на него, что его жизнь тяжелая, и это еще хуже влияет на него, потому что он видит, как другие люди его жалеют, как они на него смотрят, и он становится еще более грустным. Получается, что человек своими руками может или радоваться таким, как он есть на самом деле, быть веселым, его сердце радуется всего, или он сам себе закрыл сердце и не дает возможность сам себе радоваться. Лубавичский ребе говорит, что есть люди, которые думают, что удача приводит к радости. А я говорю, что радость приносит удачу. На самом деле, радости – это очень большая сила для человека. Если человек просто позволяет себе быть таким, как он есть, и не дает внешним силам испортить ему жизнь, и внешнее волнение, и страхи. Если есть два человека, один очень сильный, но грустный, и второй, который слабый, но очень веселый и рад, он победит. Потому что человек, у которого есть радости, это такая сила, что оно помогает человеку победить другого человека, который ему мешает, ситуации в жизни. Поэтому надо сделать все возможное, помочь себе быть такими, как мы есть. Конечно, иногда человек недоволен своей жизнью. Это называется мерирут. Мерирут – это у него горечь, он недоволен, и он стремится к лучшему. Вот это не грустный человек. Это значит, что сердце работает, у него есть энергия в сердце. И желание жить, и исправить свою ситуацию. Это не вопрос. Когда человек недоволен что-то в жизни, он считает, что он должен исправить ситуацию. Мерирут, вот эта горечь и недовольство в какие-то моменты в нашей жизни, это не грустный человек, у которого все мертво. Его сердце вообще не работает и не дает ему возможности радоваться. Сегодня наука уже убеждена в том, что 75% болезни человека и душевные болезни, физические болезни связаны с его настроением. Если человек веселый и рад, и у него правильное отношение к жизни, 75% болезней уйдут от него или в самом начале не придут к нему. Только 25% болезней не связаны с настроением человека. И мы это видим по людей. Люди, которые настроены положительно, радостно, они меньше болеют и дольше живут. Одно из важных вещей, которые мы должны сделать, это, что когда нам дают комплимент,
мы всегда должны принимать комплименты. Когда нам дают комплимент, это правда. Мы начинаем говорить, что это не так, это не совсем так, и не пускаем эти комплименты себе. А на самом деле комплименты помогают нам любить себя больше, уважать себя больше, ценить нашу жизнь больше. И мы должны их принимать. Мы должны тоже давать другим комплименты. Когда мы даем комплименты окружению, близким нашим, мы им помогаем быть такими, как они есть. Радоваться и концентрироваться на то, что у них есть хорошего, то, что Бог им дал. А не смотреть на другие жизни, которые кажутся лучше, а на самом деле мы же не знаем все, что происходит там. И то, что есть у другого человека, не всегда хорошо для нас. Мы должны радоваться и знать, что наша жизнь, она лучше, она совершенство, она целая, и это нас должно очень радовать. Сейчас мы находимся в месяц Адар. Месяц Адар – это месяц наша радости и веселья, у нас есть много мазл. И когда люди задают вопрос, дайте нам совет, как радоваться, это ошибка. Мы по натуре веселые и рады. Месяц Адар – это мы. И месяц Адар нам напоминает, что мы не позволили ничего нам мешать. Пусть наше сердце будет открытое, пусть она работает так, как она должна работать, и не дать возможности внешней силы, волнения закрыть нашу сердце. Вот так, как объясняется в книге Тания. Я желаю всем нам большой радости в месяц Адар, что мы хорошо отпраздновали Пурим, и самой большой радости – это приход Машиах в наши дни. Seid gesund, a guten Shabbos.